Денег нет, но мечтать никто не запрещает. Городская администрация опубликовала проект дороги на участке улицы Сурикова. Сейчас сквозного проезда от Некрасова до Комсомольской нет, и чиновники хотят это исправить. Напомню, первый проект этой дороги был сделан еще несколько лет назад, но его не воплотили в жизнь. Вторая попытка тоже может остаться без результата. Анна Мамаева побывала на улице Сурикова и узнала у людей, хотят ли они, чтобы им сделали дорогу. Проезжую часть на Сурикова дорогой назвать сложно. Асфальтированного полотна на участке от улицы Некрасова до Комсомольской никогда не было. А значит, и ремонтировать здесь было нечего. Несколько десятков лет водители жертвуют своими машинами, чтобы подъехать к домам. Неудобно машинам. Приходится круг делать. По Комсомольской. А с Шорсета вообще никак не попасть сюда. Где-то вот тут, когда этих не было домов, как-то был подъезд со Щерса и вот сюда. Но потом поставили дома. Как скорая, если пожарная. Это сейчас скорая приспособилась. А раньше скорые искали, нас приедут, прям заругаются, говорят, еле ваш дом нашли. Потом подъезд-то видите откуда? Эти кадры сделаны летом. Дорогу делали сами жители из бетонных блоков. Об этом знают и в администрации города. Чтобы решить проблему бездорожья, там составили проект будущей проезжей части. Согласно ему, территорию, где будет проходить дорога, нужно выкупить у частных компаний, а также снести несколько деревянных домов. Кстати, прежде всего, их надо расселить. По проекту дорогу на Сурикова должны строить частями. На первом этапе положат асфальт на участке от улицы Некрасова до Красина, а позже от Красина до Комсомольской. На полукилометровую дорогу должны потратить не менее 2 миллиона рублей. Но пока этих денег в городской казне нет и неизвестно, когда появится. Так что проект такой желанной дороги рискует остаться лишь задумкой градостроителей. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей «Давичи».